Приветствую всех на моем канале Одесса, 29 января. Прямо сейчас на 12 фонтана пожар в небольшом домике, прямо на берегу моря. Причины возгорания пока неизвестны. Уже вызвали пожарных. Будем надеяться, что обойдется без жертв. Сегодня погода в Одессе, Одесская область, просто замечательная. Выпало очень много снега. Пришла наконец-то настоящая зима. Электротранспорт сегодня не работает. Электроэнергия. По-прежнему у нас действуют экстренные отключения света. Включают, но уже больше. Уже не на 2 часа включают, а на 3 часа. И промежуток, период между включениями света, где-то 7 часов сидим без света. Потом включают на 3 часа, потом снова выключают на 7 часов. Также утром объявляли воздушную тревогу где-то 8.15, которая длилась 15 минут. И на данный момент объявлена воздушная тревога. Причина тревоги – угроза применения баллистического вооружения из БРПК «Бастион». На данный момент тревога объявлена в нашей области, в Николаевской, Кировоградской и Херсонской. Так что лучше пройти в укрытие, берегите себя, родных и близких.